А то, что касается процессов сенсорной интеграции, то, что очень важно в дефиниции сенсорной интеграции, что это процесс, это не какая-то черта, которая у каждого человека есть, только это процесс, он длится в определенное время. А когда ребенок еще в животе у мамы, эти процессы начинаются уже работать, и они должны быть окончены примерно где-то, если ребенку 7 лет. Ребенок, которому 7 лет, он почти как взрослый, значит, он может, грубо говоря, все виды спорта уже, да, всем может заниматься так, как по физическому развитию, как у взрослого. А что это за процесс? Обычно есть так, что мы, когда процесс сенсорной интеграции мы ежедневно вообще не замечаем. Мы вообще не думаем, что то, что сейчас происходит, это тоже точно процесс сенсорной интеграции. Да? Обычно есть так, что мы просто сидим, разговариваем, что там делаем, и к нам приходят разные информации из разных смыслов. Да? Что там слышим, что там видим, что там чувствуем на теле. Постоянно, что там... И этот процесс сенсорной интеграции заключается в том, что я... Если у меня все хорошо работает, смогу все эти информации вместе сосредоточиться, переработать и дать еще на основе моего опыта, какие у меня до сих пор, я могу дать то, что в сенсорной интеграции называется реакция адаптативная. Значит, у меня реакция на этот сенсорный стимул есть, грубо говоря, адекватна. И чтобы вам показать, как этот сложенный процесс, мой любимый пример есть так, что когда мы там возвращаемся с покупками, да, дома, мы на третий этаж, нам надо поднять, лифта нет, тогда надо по ступеньках. У нас есть сумочка, да, в руке. Конечно, никто не теряет времени, обычно надо разговаривать через телефон, потому что времени мало. Тут держим телефон, говорим, тут держим сумку и поднимаемся на ступеньках. Никто из вас не думает об этом, как высоко мне надо поднимать эти ноги, чтобы вы просто это автоматически делаете, да? Тут сумка держит, тут все нормально. И внезапно стимул выходить, значит, выходит соседка на втором этаже и говорит: «Привет!» И сейчас, если у вас бы эти процессы сенсорной интеграции, грубо говоря, не хорошо работали, может быть так, что или вам сумка выпала с руки, да, или вы вообще с этой лестницы вы упали, или телефон бы там поломался, что там другого, да. Если у нас все обычно работаем, говорим: «Извините, пожалуйста, соседка», да, останавливаем, все равно сумку держим, разговариваем с соседком: «Пока-пока, все нормально, пошли, но я уже здесь», да, и пошло дальше. И это все, что произошло, это все процессы сенсорной интеграции, о которых мы вообще не думаем, грубо говоря. У наших детей, с которыми мы работаем, очень часто есть так, что ребенок что-то делает, мы позовем, либо что-то происходит, если есть какой-то стимул, ребенок не сможет сделать так, что держит, посмотрит и решит, только сразу опускает это, и я в этом уже ситуации. Либо почему очень много детей с раз, ну такой пример, есть кипяток, есть горячий чай. Если все хорошо работает по сенсорике, мы берем первый, так, глоток и чувствуем на основе нашего опыта, знаем, что это горячее и опасное, получаем стимул тактильный, что идет в мозг очень горячая там вода, либо там напиток. На основе опыта есть, надо не пить с того, потому что это опасно, и отставляем. Почему наши дети, аутичные дети, очень часто есть так, что берут чай, либо там что-то, гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Не потому, очень что интересно. Хотят нам сделать напротив, только просто процессы сенсорной интеграции так не выработаны, что они, ну, это вреду себе сделают, потому это 90 градусов чи 100 градусов на кожу, это ненормальная ситуация. Но они не чувствуют, и у них нет такого опыта, и нет такой адаптивной реакции, чтобы закончить этот процесс, только дальше пьют. Да, это пример. Либо, например, почему дети очень часто берут свечку в руку, либо нож в руку, который опасный. Потому что не чувствует, нет только то, же этой адаптативной реакции, что надо, если больно, надо забрать это, да, только держу дальше. Ну, это же напрямую связано с пониманием, да, что это опасно. И даже не с пониманием, бо я не, бо это, понимание это опыт, опыт, mm-hmm. Ale вообще, если мне больно,
даже не понимаю, что там приятно, не просто больно. Это побольше связано с тем, что или плохо работают рецепторы, значит информации, просто я не чувствую, что это очень зимнее или это очень горячее, или что там нехорошо работает, грубо говоря, по дороге до мозга. Да, это может быть два варианта. Или нарушение в рецепторах, в работе рецепторов, или в дороге до мозга. И все равно и в этот момент, и в этот момент этой реакции адаптативной нет хорошей. Да? Бо в этом будет заключаться все нарушения по сенсорной интеграции, что точно это адаптативная реакция не адекватная, нехорошая, да? Это значит, получается, что сенсорная интеграция помогает выработку, возможно, нервных каких-то клеток, которые способствуют, они же взаимосвязаны со всем, правда? Ну, так, конечно. Да. Ну, вообще, Джен Айерс говорила об этом, что, ну, знаете, методика сенсорной интеграции, конечно, сейчас есть много разных вариантов, но главная, первая методика по сенсорной интеграции, это та, которую построила Джен Айерс. И мы точно сегодня тоже говорим про того, о чем говорила Джен Айерс. И, конечно, все это опорте на неврологии, да, а на тем, как работает наш мозг. Но все из нас, которые чуть-чуть читали про неврологию, все знаем, что наше знание про мозга такие посреднические, вот да, поэтому... И мы точно на этом работаем, что всем понятно, что наш мозг есть эластический, да, чем меньше ребенок, чем младший ребенок, тем больше эластический, но все равно Джен Айерс говорила, что всю жизнь, даже до 100 лет, можно что там в мозге менять, да, и на этой основе точно работает. И вы тоже знаете примеры, где это логопедический пример, что приходит ребенок, у которого картина мозга, что это часть мозга, которая отвечает за речь, она должна не работать, видно на картине, а говорящий ребенок. Да? Бывает так, что там мозг сделал, мы не представляем, объезд какой-то сделал, что там нет этой части, которая отвечает за это, а он говорит. Ну, это тоже так. Но про мозг мы знаем столько, а через 20 лет будем знать столько и так мало. Да? Такая ситуация. Mm-hmm.